Он меня не ощадит. Так, окей. Я помню, что Руслан говорил в своем видеоролике, что он мне не оставит ни единого шанса. Ну, Руслан, честно, извини, получилось у меня так, как я задумал, и я тебе не оставил ни единого шанса. Armstrong YouTube channel. По поводу левой руки, у меня левая рука не силовая, но надежда у меня была на то, что его как-то выиграть. Старта, к сожалению, у меня нет такого молниеносного, как у Руслана, потому что, ну, он, может быть, занимался каратэ в свое время, единоборством. Значит, первой была левая рука. Руслан выиграл со счетом 2-1. В итоге Руслан решил в третьем поединке на левой руке просто-напросто побороться на силу. И понеслась. Все, поехали. Счет 2-0 в пользу Руслана. Сексом, поддержите парней! Говорил в своем видеоролике, что он мне не оставит ни единого шанса. Ну, Руслан, честно, извини, но на правой получилось у меня так, как я задумал, и я тебе не оставил ни единого шанса. We'll be right back.
Что, за два?